Раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, раз. Уважаемые студенты, слушатели школы, просьба всем занять свои места. Двухминутная готовность. Александр Владимирович, можем ли мы с вами потренировать эту связь? Угу. Да.
Слышно меня, нет? Да, вас слышно. Было видно. А видно? Видно? Сейчас нет, до этого было. Я себя не вижу. Так, сейчас, подождите секундочку. Вот. Да, мы вас видим, слышим. Видно, да? А слышно меня, нет? Вас слышно, Александр Владимирович. Слышно. А слышно меня? Раз, два, три. Алло. Меня слышно? Я вас не слышу. Александр Владимирович, добрый день. Елабужский институт. На связи. Мы вас слышим. То есть он нас не слышит, получается, да? А мы его и не видим, да? Сейчас мы связь установим. Александр Владимирович, вы нас слышите? Ничего не слышу. Да-да. Александр Владимирович, вы нас слышите? Александр Владимирович, можем еще раз, да, протестировать с вами связь? Ага, вы нас слышите? Александр Владимирович, вы нас слышите? Ага, вам нужно микрофон только включить. Да. Да. Да-да, вы нас слышите? Да, слышу. Прекрасно. Да. Спасибо. Разрешите начать, Константин? Добрый день, уважаемые участники, почетные гости второго этапа
Международной зимней исторической школы Российского исторического общества «Россия и мир». 5 дней Казанский федеральный университет принимает в Елабужском институте 100 иностранных студентов из 36 стран. За это время занятия школы в офлайн и онлайн формате посетили более 10 тысяч уникальных слушателей. Ключевым форматом работы школы были лекции и семинары, модераторами которых стали 29 руководителей, ведущих ученых и специалистов университетских и академических центров, музейных комплексов. Давайте поблагодарим каждого из них аплодисментами. Спасибо большое. Насыщенную образовательную программу школы украсили экскурсии по музейным комплексам и историческим достопримечательностям тысячелетнего города Елабуги, научно-образовательный проект «Ночь науки», знакомство с культурой и традициями Татарстана. От имени ректора Казанского федерального университета профессора Гафурова Ильшата Равкатовича выражаю глубокую признательность Российскому историческому обществу за предоставленную Казанскому федеральному университету возможность быть частью этого значимого международного проекта. Огромное спасибо. Слово для подведения итогов работы второго этапа Международной зимней исторической школы и дальнейшего ведения предоставляется председателю правления Российского исторического общества, исполнительному директору фонда «История Отечества» Константину Ильичу Могилевскому. Спасибо, уважаемая Елена Ефимовна. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. И нам такая еще очень интересная, важная часть предстоит. Что хотели организаторы, планируя программу вот этой школы? Такие непростые времена, когда еще коронавирус не до конца отступил. Мы хотели, чтобы была возможность у тех иностранных студентов, которые приехали в Россию, учатся в России, как-то расширить свой кругозор, получить новый, интересный в жизни опыт, возможно, какие-то новые знания. Нам представляется, что вы сделали хороший, правильный выбор в жизни, приехав учиться в Россию. И, безусловно, где бы вы ни жили и ни работали в дальнейшем, этот выбор уже сказался и будет сказываться в течение всей вашей жизни на вашей профессиональной карьере, на вашей личной биографии. И нам кажется, что пока вы в России живете и учитесь, вы, конечно, выучили или учите русский язык, вы восприняли так или иначе российскую бытовую, что ли, культуру. Но важной ее частью является представление о прошлом нашей страны, представление о месте ее в мире, которое обусловлено очень во многом именно историей. И в этом плане, кажется, расширение кругозора очень полезно. Кроме того, практически все из вас находятся в таком возрасте, когда очень легко обзаводиться новыми знакомствами, новыми контактами. И вот эта школа, где вы попали в новую для себя среду, увидели много новых людей, ваших сверстников, в том числе российских студентов, такую возможность вам предоставила. Я думаю, что каждый из вас нашел здесь коллег, товарищей, может быть, даже уже друзей надолго, на многие годы. Поэтому мне кажется, что эта работа, она очень важная и очень полезная. Почему получилось ее вот так организовать? Перед вами выступала Ирина Яковлевна Великанова, директор Музея современной истории России,
Я не знаю, рассказывала она об этом или нет, но я расскажу. Идея принадлежит на самом деле ей, Ирине Яковлевне Великанной. И во время общения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в прошлом году Ирина Яковлевна вот эту идею высказала. И наш президент ее поддержал. И поэтому, конечно, организаторам стало работать гораздо легче. Гораздо легче. А вы понимаете, что работа эта непростая. Работа непростая. И мы с каждой вот этой школы, они будут регулярные, зимние, летние, конечно, хотим извлекать уроки, конечно, хотим, чтобы каждая следующая школа была лучше, интереснее предыдущей, чтобы появлялись новые проекты, чтобы мы не расставались с вами навсегда после завершения школы, а кто-то бы приезжал вновь и вновь, чтобы готовились, придумывались и реализовывались какие-то инициативы, какие-то совместные, как научные, так и просветительские проекты. И мне кажется, что это очень такая хорошая база для, для этой работы. И я хотел бы попросить первым выступить на нашей церемонии закрытия школы заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александра Владимировича Журавского, но попросить его выступить даже не как чиновника, а как известного историка, во-первых. Во-вторых, как земляка многих из здесь присутствующих, уроженца Татарстана, человека, для которого, конечно, вот это многонациональность, поликультурность, которая здесь цветет, не пустой звук, а часть жизни. Александр Владимирович, пожалуйста, вам слово. Да, добрый день. Слышно ли меня? Да, мы вас хорошо видим и слышим. Да. Еще раз добрый день. Я всех приветствую и своих земляков, и тех участников зимней школы, которые завершают свою работу, но завершают только для того, чтобы, наверное, приступить к новому этапу исследований, осмысления истории в разных ее аспектах. Я посмотрел на те темы, которые являлись, эти направления, которые являлись предметами изучения, обсуждения на зимней школе, которая прошла в Елабуге, в общем, в одном из прекрасных городов Республики Татарстан. Я неоднократно бывал в этом городе и в детстве, и в более зрелом возрасте. Сам я родом из Казани, поэтому действительно я отчасти даже завидую тем молодым людям, тем молодым исследователям, историкам, студентам и аспирантам вузов, которые прикоснулись к этой елабужской замечательной истории, которая охватывает самые разные периоды развития этого замечательного города. И период купеческий, стахеевский, и период эвакуации, литературный период, ну и современный период, потому что Елабуга – это город и исторический, и музейный, экономически развитый, очень любопытный с точки зрения того уклада, которым многие века жил. И замечательно, что этот город еще и активный с точки зрения студенческой жизни. Тот проект, в котором все вы являлись, в котором вы являлись участниками, он замечателен прежде всего тем, что позволяет выстроить вот эти горизонтальные братские связи между студентами, аспирантами, молодыми исследователями разных стран. Это очень важно, потому что современный мир нам демонстрирует самые разные примеры добросовестного отношения к историзму, исторической науке, к фактологии и ее трактовке. И, в общем, часто
не очень добросовестное отношение. Мы иногда называем это фальсификацией, иногда называем искажением исторической фактологии. Мы видим, как переписывается история. И мне кажется, любой честный исследователь, хочется верить, что подавляющее большинство из вас это именно честные исследователи, которые смотрят на этот мир с точки зрения факта и его интерпретации, а не с точки зрения подтасовки фактов под заранее известный результат. Именно в этом контексте, мне кажется, очень важен итог и результат этой исторической школы. Это не только языковая среда для ребят, которые приехали учиться в Россию, Татарстан, из других стран, это еще и возможность выстроить какие-то новые гуманитарные, исторические, исследовательские проекты. В этих проектах выстроить новые связи, новые коммуникации, сформулировать для себя, может быть, какие-то новые темы, которые отчасти определят ваш будущий выбор, а может быть, и с точки зрения профессии, с точки зрения специализации. Это тоже очень важно, потому что я помню, когда я учился еще в Советском Союзе, то у нас, конечно, выстраивались различные братские отношения и исследования. Первое у меня образование было Высшее техническое, Казанский авиационный институт. Это тоже очень важно понимать, что если возникает такое сообщество исследователей, которые объединены общим гуманитарным проектом, интересом, то, наверное, это здорово. И ничего так не объединяет, как студенческая скамья, общие интересы. Мне кажется, это счастливое время, о котором я иногда тоже вспоминаю с удовольствием. И, Да. О, я вижу... Ну вот я уже Александр, себя вижу. Что... Александр Аганович, я вас тоже вижу и слышу. Чудно. Вот, академик с нами. И возвращаясь к тому, что я сказал, еще раз хочу сказать добрые слова в адрес всех участников этой школы. Тематика ее была самая разная. Это и вопросы вакцинации, пандемии, в некотором смысле социальная история. Это и вопросы Второй мировой войны, и трактовки сложных аспектов отечественной истории. Это и вопросы двухсторонних или многосторонних отношений с внешним миром нашей страны. Я считаю, что это очень полезный формат. Ну и мы со своей стороны будем, конечно, этот формат поддерживать. Спасибо вам большое. Ну и надеюсь, до новых встреч. Спасибо большое, Александр Владимирович, за ваше выступление и за ту поддержку, которую мы ощущали с самого начала этой работы. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, что, конечно, очень важно, что перед вами выступили в эти дни многие выдающиеся специалисты. Крупные ученые. Это, на самом деле, бесценная возможность иметь случай вот так лично, очно поприсутствовать на лекции человека, задать вопрос. Во многом это удалось благодаря тому, что научным руководителем нашей Международной зимней исторической школы стал академик, сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории России Александр Аганович Чубарьян. Александр Аганович, я попросил бы вас напутствовать участников школы. Спасибо, Константин Ильич. Уважаемые коллеги, дорогие студенты, заканчивается школа. Насколько я знаю, вы провели несколько дней весьма интенсивно. Я хотел бы сказать, что то, что произошло в эти дни, подтверждает еще раз, сколь важен этот формат. Вообще в Российской Федерации уделяют очень большое внимание
работе с иностранными студентами. Я должен вам сказать для наших коллег за рубежом, что у нас показатель работы иностранных студентов составляет один из важных коэффициентов оценки эффективности вуза в целом. И я очень рад, что здесь оказалось возможным привлечь и пригласить, и они дали согласие, многих сотен и даже тысяч, как мне сказали, иностранных студентов. Они представляют разные страны, разные континенты, а в Российской Федерации они представляют разные университеты. Этот формат очень себя оправдал. Вообще, надо сказать, во всем мире сейчас заняты проблемой большего участия и большего вовлечения молодых людей в науку и в систему образования. И вот наша прошедшая школа – это один из примеров успешного вовлечения молодых людей в научную деятельность. Я знаю, что по итогам этого будут некоторые исследовательские проекты, в которых будут участвовать и студенты, которые здесь слушали. И это очень важно – продолжить эту работу уже в конкретном практическом уровне. Второй момент, о чем я хотел сказать, это тема. Тема прошлой летней школы была связана с историей Второй мировой войны. Эта тема не исключает Вторую мировую войну, но более широко стоит вопрос «Россия в мире». Эта тема сегодня находится в эпицентре всех научных дискуссий общественных, которые проходят во всем мире. Мы знаем, есть разные точки зрения, есть попытки принизить, исказить даже роль России на протяжении ее многовековой истории. Но я думаю, что главное все-таки, что признается абсолютно всем научным сообществом, и что не могут не признать общественно-политические деятели, что Россия играла всю свою многовековую историю огромную роль и в Европе, и в Азии, и в мире в целом. Россия – уникальная страна в этом смысле, которая принадлежит и Европе, и Азии. Она как бы синтезирует две культуры, две цивилизации. Россия дает пример многонационального государства и многоконфессионального государства. И это все вместе взятое, конечно, делает Россию с ее огромной духовной историей очень важным элементом, компонентом мировой истории в целом. С точки зрения международных отношений, практика показывала и в 19, 18, и в 20 веке. Без России невозможен стабильность, невозможно правильно выстроить систему безопасности, систему международных отношений во всем мире и особенно на европейском континенте. Третий момент, о чем я хотел сказать, это о чем сейчас сказал Константин Ильич, что были привлечены для этой школы очень крупные ученые. Я очень рад, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию, многие ученые смогли приехать в Татарстан и принять участие в этой школе. Четвертый момент, о чем я хотел сказать, это роль наших коллег в Татарстане. Я давно связан с учеными республики. Мы имеем очень хорошие связи с Казанским университетом и с его ректором, профессором-академиком Гафуровым. Но я должен сказать, теперь мы смогли познакомиться и с Елабугой. Это историческое место, это место, культурное место для всей Российской Федерации. Но, как выяснилось, это прекрасное место для проведения различных встреч. Как мне сообщили, я это видел и слышал, все было прекрасно организовано, на хорошем уровне. И я думаю, что перспектива продолжения таких мероприятий на базе Казанского университета и на базе разных городов, это Булгар был, была Казань, и теперь Елабуга, Татарстан, она будет, несомненно, продолжена. Наш институт имеет соглашение с Казанским университетом, мы помогаем нашим коллегам в Татарстане по линии двух кафедр, которые существуют на историческом факультете, и я думаю, что это существенный момент. Все это вместе взятое, мне кажется, дает основание сказать, что школа прошла успешно, удачно, и я желаю всем нам продолжения этого совершенно полезного, нужного и очень хорошо организованного, как теперь говорят, мероприятия. Спасибо большое, благодарю за внимание.
Спасибо большое, Александр Иванович. И теперь мы переходим к следующей части. На мой взгляд, исключительно интересной. Важной основной частью школы, на самом деле, явилась совместная проектная работа иностранных и российских студентов. Те направления. Вы сами выбирали, в каком из этих направлений принять участие. Работали в группах. В группах формировались команды из двух человек. Российский, иностранный студент. И были отобраны проекты-победители. По каждому из этих направлений, каждый из этих направлений представлен командой. Ну, к сожалению, это закон жанра, закон любого соревнования. В любом соревновании есть победители. Но я хотел бы обратиться и к тем, кто в это число не вошел. Мы ждем вас дальше, ждем на следующих школах, ждем вас в проектах, осуществляемых под эгидой Российского исторического общества и наших университетов. Я думаю, что шансы будут обязательно у всех. А победители, которые отобраны жюри, получат стипендии Фонда истории Отечества. Будут получать эти стипендии ежемесячно до конца текущего года. И размер этой стипендии ежемесячной составит 20 тысяч рублей. Пожалуйста, уважаемые коллеги, я попрошу вас представить свои проекты. Прошу вас укладываться в 5-минутный регламент, говорить о главном. И первый проект по направлению, как человечество боролось с эпидемиями и пандемиями в 19-21 веках, роль российских и советских ученых. Это название направления, а тема проекта «История советского и российского лидерства в сфере разработки вакцин и оказания медицинской помощи» представит этот проект студентка Нижегородского университета имени Николая Лобачевского Милица Краешник из Сербии и студентка Казанского федерального университета Диана Храмова. Пожалуйста, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, участники Международной зимней исторической школы, гости. Меня зовут Храмова Диана, я студентка третьего курса Института международных отношений Казанского федерального университета. Я представляю Российскую Федерацию. Меня зовут Милица Краешник, я из Сербии. Я студентка четвертого курса Института биологии и биомедицины Нижегородского университета. Сегодня мы бы хотели представить вам наш проект, посвященный истории советского и российского лидерства в сфере разработки вакцины и оказания медицинской помощи иностранным государствам. Для начала хотелось бы сказать, что в данной тематике были и другие идеи, однако Оргкомитет выбрал именно наш проект. Спасибо ему большое. Так вот, почему же мы выбрали именно эту тему? Дело в том, что ситуация с COVID-19 коснулась всех. И обсуждая с другими участниками международной школы данную тему, мы выяснили, что представление о пандемии, о современной ситуации у каждого свой. Но нет сомнений, что Россия является лидером в данной тематике. «Спутник-5» вакцина стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19. Неоднократно была доказана ее эффективность. Россия предоставила вакцину уже порядка 50 странам, чем спасла тысячи человеческих жизней. И эти факты настолько нас тронули, что мы решили узнать, оказывала ли Россия подобную помощь раньше. И когда мы искали информацию по нашей тематике, мы нашли выставку Российского исторического общества,
посвященная истории российского лидерства в области эпидемиологии. Также организаторы сообщили нам, что данная тема является малоизученной как в России, так и за рубежом, поэтому мы решили оттолкнуться от данной идеи и сделать альбом с визуальными, документальными, архивными материалами об истории оказания России медицинской помощи иностранным государствам. Мы уже немного ознакомились с тем, каким образом Россия помогала другим государствам в области медицины. Так, например, Владимир Хапкин, который в конце 19 века наладил производство противохолерной вакцины в Индии. За 2 года прививки получили 42 тысячи человек. Эпидемия была остановлена. Сейчас улучшенная вакцина Хапкина используется в тех регионах, где встречается холера. Хапкин также боролся с чумой в Индии. Он организовал в Бомбее противочумную лабораторию, которая в будущем стала крупным исследовательским центром бактериологии и эпидемиологии. Другим государством, получившим помощь в борьбе с эпидемией чумы, стал Китай. В Ванчжуре произошла последняя серьезная вспышка чумы в мировой истории. Важнейшими действиями по задержке распространения эпидемии были предприняты именно российской стороной. Именно благодаря активной деятельности научной экспедиции под руководством Заболотного эпидемию удалось остановить. Япония также не осталась в стороне. В середине 20 века количество обнаруженных случаев полиомиелита в Японии резко выросло. Вакцин не хватало для проведения масштабной вакцинации, и, кроме того, их эффективность вызывала сомнения. СССР поставил в Японию порядка 13 миллионов доз живой вакцины. Африканским странам Россия помогла с Эболой. Российский научно-исследовательский институт разработал вакцину против данного заболевания. Ну и, конечно же, Россия помогала и Сербии. В 1914 году начала стремительно развиваться эпидемия тифа. Пик эпидемии в Сербии пришелся на вторую половину 1915 года. Как раз в это время в Ниш прибыла санитарная миссия княгини Трубецкой. Кроме того, еще хочется сказать, что Россия также помогает Сербии. Точнее, российские онкологи, врачи, которые помогают и работают вместе с сербскими врачами над проблемой онкологических заболеваний, которые являются последствием бомбардировок НАТО. Эти материалы лягут в основу нашего исследования, альбома с источниками, которые мы будем составлять совместно с иностранными студентами. Мы считаем, что очень важно понимать и осознавать значение международной взаимопомощи в таких серьезных вопросах, как медицина. Именно поэтому мы хотим реализовать свой проект. Хотим поблагодарить вас за содействие, вклад в наш проект. Со своей стороны хотелось бы еще добавить, что в дальнейшем будем искать дополнительные источники финансирования для успешного развития проекта. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Диана. Не уходите, подождите минуточку. Спасибо, Диана. Спасибо, Милица. Я хочу сказать, что ваша тема очень важна. И в России разработано 3 вакцины, «Спутник Ви» и еще 2. И как раз вот такие проекты, популяризаторские, просветительские, они помогают вот всем ясно осознать, что эти вакцины, они не с неба свалились, а это результат многолетней, на самом деле 200-летней истории развития научной школы. И то, о чем девушки говорили, и чем они будут заниматься, это, конечно, очень важно, мне кажется, для нас всех. Спасибо вам большое, и приготовлены сувениры от Елабужского института.
надо научиться надеть. Я думаю, что это какая-то Российский исторический общество вот сегодня в Татарстане. Да. Поздравляем вас. Следующая тема связана с тем, что 2021 год объявлен в России годом науки. И направление сформулировано так. Эпоха научно-технического прогресса, вклад России в развитие научной мысли. И в число победителей конкурса вошел проект на тему сотрудничества России со странами Восточно-Тихоокеанского региона в сфере высоких технологий в конце 20-го, начале 21 века. Работу презентуют ее авторы, студент Санкт-Петербургского государственного университета Даниил Гладкий из Республики Беларусь и студентка Казанского федерального университета Ксения Пузырева. Пожалуйста, коллеги. Добрый день, уважаемая комиссия, гости и участники Зимней исторической школы. Меня зовут Пузырева Ксения, я являюсь студентом второго курса Казанского федерального университета Института международных отношений по направлению «История. Общий профиль». Здравствуйте, меня зовут Гладкий Даниил, я студент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, учусь на третьем курсе, представляю Республику Беларусь. И, как вы уже поняли, тема нашего проекта – это сотрудничество России со странами Восточного и Тихоокеанского региона в сфере высоких технологий. Конец 20-го, начало 21 века. Итак, во время проведения второго этапа зимней исторической школы в рамках нашей тематики «Вклад России в эпоху научно-технического прогресса» мы проводили работу по изучению сотрудничества России, прежде всего, со странами СНГ и ближнего зарубежья. Но поскольку изучаемый нами регион – это все-таки страны Дальнего Востока, которые при этом близко сотрудничают с Россией и имеют много общих проектов, мы решили сконцентрировать свое внимание на сотрудничестве России со странами Тихоокеанского региона. В ходе исследований мы обнаружили проект под названием ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor. Это энергетический эксперимент мирового масштаба. После 30 лет, почти 30 лет назад группа промышленно развитых стран согласовала разработку нового экологически чистого и устойчивого источника энергии. Проект основан на созданной советскими учеными Тамом и Сахаровым технологии получения энергии от разгонов атомов дейтерия и трития, это высокоактивный водород, до предельных скоростей. Такая технология позволяет получать энергию, практически не загрязняя окружающую среду, в этом ее преимущество, например, над ТЭЦ. При этом она гораздо безопаснее, например, атомных станций. ИТЕР был запущен на Женевском саммите всех держав в ноябре 1985 года, когда идея международного проекта была предложена генсеком СССР Горбачевым, президенту США Рейгану. А годом позже было достигнуто соглашение между ведущими странами в сфере энергетики и ядерной физики, странами Европы, Японии, Советским Союзом и США. Позже присоединились Китай и Индия. Мы хотим, чтобы наше исследование про ИТЕР стало доступным каждому. А сейчас один из самых популярных способов получения новой и полезной информации – это взаимодействие с аудиторией. Именно поэтому мы хотим совместно с волонтерами Победы провести квест по истории развития проекта ИТЕР. Мы уже получили поддержку от регионального отделения волонтеров Победы для проведения пробного квеста на базе Казанского федерального университета. В связи с пандемией квест будет проведен в онлайн-формате. В нем могут участвовать заинтересованные люди со всего мира. Предлагаем вам ознакомиться с наброском сценария нашего квеста. Задания будут представлены на слайде. Прошу. Участники квеста – это делегаты из Австралии. В 2016 году Австралия подписала предварительное соглашение с Советом ИТЕР, но в состав организации она еще не вступила. Для того, чтобы вступить в организацию, ей необходимо показать свои знания о данном проекте. Участники должны выполнить 8 заданий по результатом они получают буквы, которые в конце они соединяют в одно слово «Солнце». Итак, предлагаю начать наш квест и пройтись по станциям. Первая станция – это 1951-56 года. Несмотря на то, что проект ИТЕР реализуется в 21 веке, сама теория управляемого термоядерного синтеза
была сформулирована уже в 1956 году. Участники заходят в виртуальную комнату, где идет обсуждение будущей модели термоядерного реактора советскими учеными. В роли ученых выступают актеры. Один из них говорит: прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации. Участники должны угадать, кому принадлежит данная фраза. Также участники видят перед собой различные марки. Им нужно выбрать именно ту, где представлен советский ученый, который в середине 50-х годов активно занимался проблемой управляемого термоядерного синтеза и посетил британский ядерный центр Харуэлл, высказав предложение о международном сотрудничестве в данной области. Ответ – Курчатов. В первом задании – ответ – Сахаров. Вторая станция – это 1985 год. ИТЭР был запущен, как уже говорили, на Женевском саммите, где идея совместного проекта была предложена представителями двух сверхдержав. Перед участниками различные фотографии с политическими деятелями, и им нужно выбрать именно ту, которая отражает данное историческое событие. И верный ответ – это фотография с Горбачевым и Рейганом. Третья станция у нас также 1985 год, участники. Участники квеста попадают в виртуальную команду, где проходит первое заседание ИТЭРа с представителями стран-участниками. Но также наши участники квеста видят перед собой флаги различных государств, но не все они принадлежат участникам ИТЭРа, и им нужно выбрать лишь верные флаги. Следующая станция у нас — это комната, которая оформлена под Елисеевский дворец в Париже. Так как выбор места для размещения ИТЭРа был очень длительной процедурой, лишь к 2005 году страны смогли договориться, и установка ИТЭР будет построена недалеко от Экс-ан-Прованса на юге Франции. Участники должны угадать, где было подписано соглашение. Ответ – Елисейский дворец. Следующая, пятая станция, включает у нас два задания. Так как ИТЭР финансируется большинством, в основном это странами-участниками, да, то перед участниками квеста есть рейтинг со странами, который формируется за счет доли финансирования. Но здесь допущена одна ошибка, и участникам квеста нужно ее найти. Кроме самих стран-участников, у ИТЭРа есть один единственный партнер. И перед участниками квеста есть различные логотипы международных организаций, и им нужно выбрать партнера. Следующая завершающая станция, шестая. Участники попадают в комнату, которая оформлена в космической тематике. И им нужно как раз и составить из букв, которые они получили в ходе прохождения квеста, единое слово. Слово, которое ассоциируется с данным механизмом. И слово «Солнце». Во-первых, хочу еще сказать спасибо жюри за то, что поддержали нашу идею квеста. В процессе работы многие участники исторической школы интересовались нашим проектом. В дальнейшем мы планируем провести квест уже на международном уровне, где нам, безусловно, понадобится, во-первых, помощь молодых специалистов по восточному и западному регионам, а также, безусловно, поддержка и помощь специалистов и научных консультантов Курчатовского института и Российского исторического общества. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги, за такой очень интересный современный проект. Поздравляем вас из сувенира. Поздравляем еще раз. Но, знаете, уважаемые коллеги, вот в эти дни стало очевидно, что живой интерес у
участников школы вызывает не только история науки, но и история богатейшей российской культуры. И победителем в направлении русская культура как часть мировой культуры в 19-20 веках стал проект «Здесь Пушкин не бывал». И его авторы представят проект студентка Международного государственного института международных отношений МГИМО МИД России Алана Качиева, одновременно гражданка Республики Южной Осетии и Российской Федерации, и еще одна студентка из Братской Сербии, из Московского государственного лингвистического университета, Николина Тесла. Пожалуйста, коллеги. Уважаемые члены комиссии и гости, меня зовут Николина Тесла. Я студентка Московского государственного лингвистического университета. Учусь на четвертом курсе. Я представляю Сербию. К сожалению, моя коллега Алана сегодня не с нами, потому что она уехала обратно в Москву с делегатом ГИМО. Но сейчас я вам покажу ее ролик. Включите, пожалуйста, если... Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алана. И в рамках зимней исторической школы мы затронули актуальную тему о роли российской литературы. И мы с моей коллегой Николиной Тесла придумали интереснейший проект. Формат данного проекта – интернет-флешмоб. И мы назвали его под хэштегом «Пушкин здесь не бывал». И как же нам пришла данная идея? Мы узнали от наших наставников, что на Кубе, в Гаване, есть памятник Пушкину, хотя сам он там никогда не бывал. И нам показалось очень интересным, ведь во всех частях света, во всем мире, любой человек слышал о русской литературе, о творчестве Достоевского, Тютчева, Чехова. И мы опробовали нашу идею на других участников зимней школы, и они тоже записали видеоролики, и мы вам с удовольствием их покажем. А как будем продвигать контент в социальных сетях, расскажет вам моя коллега Николина Тесла. Передаю ей слово. Спасибо. А сейчас я вам также покажу самый интересный ролик, который у нас получился. Включите, пожалуйста. Всем, меня зовут Бело Эмманюэл. Я просто недавно знал об русский писатель, проект. Его зовут Пушкин. Конечно, я знаю, что вы все просто знаете Пушкин. Но и вы знаете еще, что интересно, да? Я просто еще учил, что его так African roots, да, вот в это время. И он просто, его литература вообще такой там интересный вообще. Я так читал недавно немножко, но я просто видел, что... О, вау, ну, amazing просто, такой там человек, умный человек, который так писал такой там много интересный проект, и вот, и, ну, вот, да. Как все знают, культура играет очень важную роль в жизни каждого человека. Вся здесь глобализация, ассимиляция некоторых культур – необходимо сохранить облик каждой культуры и наладить диалог между ними. Поэтому очень важно создать условия для обмена опытом между носителями культур из разных уголков мира и презентовать особенности русской культуры носителям других культур. Мы много общались со студентами Казанского федерального университета. Наша подруга Анастасия рассказала нам, что у ее вуза очень много аккаунтов в разных соцсетях, как африканских, корейских, китайских и многих других. Я думаю, что многие участники зимней школы захотят записать такие ролики, а Казанский федеральный университет и другие вузы помогут нам их распространить. Мы думаем, что это будет хорошим подарком Музею истории российской литературы. А знаете почему? Потому что я вчера узнала, что в этом году у него юбилей. 100 лет. Чтобы развивать проект дальше,
мы подадим заявку на конкурс проектов Росмолодежи и будем реализовать эту идею вместе с нашими казанскими друзьями. Еще нужно добавить то, что мы работали со студентами из разных стран, как из Сербии, как из Молдовы, Африки, Южной Осетии, Абхазии. Нам было очень интересно, потому что мы успели узнать их культуру. Также мы успели узнать, что, например, ребята, которые с нами работали из Африки, они не встречались с русской литературой там, пока они не приехали учиться именно здесь, в Москве. Очень интересно еще то, что в Сербии мы в школах учили русский язык, читали русскую литературу, знакомились с культурой, потому что мы народ, который очень похож, мы братский народ. Еще можно сказать, что в Сербии есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который расположен именно в центре Белграда. Если кто-то собирается ехать, обязательно посмотрите этот памятник. У нас также есть Российский центр науки и культуры, переводится на сербский «Русский дом». Там постоянно происходят какие-то выставки, мероприятия. Про Молдову что можно сказать? Можно сказать, что многие ребята, которые с нами работали, окончили русскую школу, им уже это все известно. И не знаю, если знаете информацию, наверное, да, что Пушкин долго пробивал, был в Кишиневе и написал 100 произведений. Еще с нами работал парень, который из Коста-Рики. Ему тоже не была известна русская литература, но в 1998 году появился перевод «Война и мир». И тогда люди из Коста-Рики немножко познакомились с этой культурой. Еще можно сказать о том, что мы очень старались, мы очень много работали. Спасибо вам за замечательный проект и за все, что вы придумали. И самое главное, что все участники этого проекта познакомились с русской литературой, и мы рассматривали, как именно русская культура и взаимодействовала и как влияла на культуру других стран. Спасибо огромное всем и спасибо за внимание. Спасибо, Николина, не уходите. Вот, знаете, Пушкин писал, слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяксущий в ней язык. То ли он недооценивал тот масштаб своей популярности в будущем, не только по всей Руси, по всей России, но и по всему миру, а может, просто скромничал, но так или иначе, ваш проект очень важный, очень интересный. Спасибо, Николина. Фотосессия небольшая. Я пока скажу дальше, что мы с вами, дорогие друзья, вот сейчас находимся накануне очень важного, очень красивого юбилея. 60 лет назад человек первый раз улетел в космос. И этот человек, это наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Одним из первых теоретиков освоения космоса был еще один наш соотечественник Константин Эдуардович Циолковский. И поэтому тема направления была сформулирована так: освоение космоса от Циолковского до Маска. Тема проекта «Образ России как мировой космической державы международного общественного мнения с середины 20 века до современности». И мы приглашаем авторов, студента Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта Элнура Хурсадаугли Базарбаева, Республика Узбекистан, и студентку Казанского федерального университета Аделию Рафикову.
Добрый день, уважаемые участники, дорогие гости. Меня зовут Эльнур. Я представляю, я приехал сюда из Калининграда, сам из Узбекистана, из Балтийского федерального университета. Мою коллегу зовут Аделя, она из Казанского федерального университета. И мы вам представим сегодня свой проект про космос. Почему именно про космос? Как Константин Ильич подметил, что скоро у нас юбилей, 60-летие с первого полета человека в космос. И мы решили изучить образ России как мировой космической державы в международном общественном мнении с середины 20 века до современности. Также, если конкретно углубляться в наш проект, мы в ходе проектной работы с коллегой обсудили общий вклад стран в космонавтику, также в покорение космоса, собрали теоретический материал, это, например, вырезки, возможно, из зарубежных газет, марки, купюры, монеты или что угодно, что хоть как-то упоминает о вкладе России в освоение космоса. Также мы выявили, что существуют регионы, которые находятся в информационной изоляции по вопросам космоса и космонавтики. Также и космические направления и исследования находятся там либо в самых ранних этапах. Также нельзя не упомянуть вклад стран СНГ в космос, который неотделимо связан с СССР. Даже спустя 30 лет после распада Советского Союза материал национального освоения космоса как бы не отображен в экспозициях в разных странах. Например, вот я из Узбекистана, из Узбекистана есть космонавт Джанибеков, но про него мало кто знает, потому что в стране как бы нет такой активной, возможно, информации, просто не доходит до людей, и люди многие даже не знают. А он как бы 5 раз выходил в космос, аж более 200 суток в сумме был вокруг на орбите. Также мы изучили еще роль России в освоении космоса в ходе исторических событий. Например, если брать 40-е годы, когда шла еще гонка вооружений и также холодная война, к России была относительно негативная оценка людей. Но уже в 60-е годы, когда уже Россия запустила первого человека в космос, оценка, возможно, скорее всего, стала нейтральной. Почему нейтральной? Потому что люди не знали, что такое космос тогда, не знали, что дальше будет, как все будет развиваться, как другие, что там найдут в космосе, возможно, и так далее. Но когда уже в 80-е годы произошла стыковка союзом Аполлон вместе с США, у людей уже однозначно была положительная оценка к России именно в космической сфере. В связи с этим подытожу, скажу, что мы считаем, что необходимо изучить трансформацию образа России в международном общественном поле как космической державы на основе материалов, которые мы собрали. И в связи с этим актуальным представляется приступить к исследовательской работе непосредственно, начало которой было положено уже здесь, на нашей с вами международной зимней исторической школе. Само исследование будет осуществляться в 2 этапа. На первом этапе мы предполагаем налаживание контактов с иностранными студентами и с их национально-исследовательскими центрами по странам. Это могут быть национальные архивы, библиотеки, выставки, экспозиции, на котором студентам будет возможно провести исследовательскую работу. Это анализ различных материалов. Материалы могут послужить, опять же повторюсь, это различные вырезки из зарубежных газет, карикатуры, публикации, марки, купюры и даже монеты. В общем, все то, что имело массовый характер и каким-либо образом транслировало Россию как космическую державу.
Вот. Второй этап заключает в себя некий подытог всей нашей работы, так как он отражает уже непосредственно современное отношение международное к российской космонавтике. И на втором этапе планируется сделать исследование среди наших же сверстников, иностранных студентов по странам, в ходе которого будет выявлена роль России в современной космонавтике и отношение к этой оценке среди, на международном поле. Тут уже на этапе опроса мы заручились поддержкой Казанского федерального университета. Ментором при составлении опроса послужил казанский социолог, который предложил нам макет, вот вы можете наблюдать его, получается, на слайде, того, как примерно может происходить опрос. Ознакомиться с информацией можете по слайду. И по итогу исследовательской работы будет обязательно публикация нашего доклада с обязательной визуальной составляющей, отражающей динамику развития оценки вклада России в космос со стороны, ну, получается, стран на международной арене. Вот. Перспективы нашего исследования нацелены непосредственно на поддержку и сотрудничество с ведущими научными центрами России, таких как, конечно же, Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, Музей современной истории России, и с последующей их помощью и в размещении, в публикации на различных платформах, интернет-платформах, допустим, на сайте, либо на каких-то интерактивных выставках. И уже на нашей международной зимней исторической школе было представлено множество идей, проектов по теме космоса, но именно наш проект получил, получается, поддержку, но мы также присоединили ребят, и они изъявили желание присоединиться уже к нашему проекту, к нашей группе, и впоследствии мы уже определили для себя рабочую группу, в которой впоследствии мы уже сейчас готовы начать работу, приступить к исследованию, к анализам источников и к опросу. Получается, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с этими странами и также надеемся на поддержку со стороны всех сегодня представляющих спонсоров, финансирования. Конечно, спасибо большое еще раз за внимание, спасибо за возможности, спасибо за школу. Благодарим. Спасибо, Аделия, спасибо, Эльнур. Но думаю, что про финансирование думать пока немножко рановато. А вот о чем надо думать, это о том, что я знаю, вы работали здесь и днем, и ночью очень интенсивно в рамках этой школы. И вот нужно вот этот темп, эту работоспособность, это вообще стремление работать и делать что-то новое, сохранять, и тогда все обязательно придет. Спасибо вам большое. И, пожалуйста, сувениры. Поздравляем вас, ребят. И пятым направлением проектной деятельности стала Россия в системе глобальной безопасности в 21 веке. Итоги работы сообщат нам авторы проекта «Трансформация образа Второй мировой войны в экспозициях национальных музеев и учебниках». Очень важный проект, очень интересный, актуальный. Я приглашаю студентку Нижегородского университета имени Николая Лобачевского Сару Коевич из Боснии и Герцеговины и студента Казанского федерального университета Руслана Садриддинова. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, члены президиума и члены комиссии жюри, а также все участники Международной зимней исторической школы. Как уже представили, меня зовут Садриддинов Руслан, я являюсь студентом второго курса Казанского федерального университета Института международных отношений.
Меня зовут Сара Коевич, я являюсь студентом первого курса магистратуры Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, и я из Боснии и Герцеговины. Сегодня мы представим вам, как уже сказали, действительно важный и актуальный проект на тему трансформации образа Второй мировой войны в экспозициях национальных музеев и учебников. Говоря об актуальности, стоит сказать, что, безусловно, тематика образа Второй мировой войны в различных информационных и визуализированных продуктах – это одна из ключевых тем научных исследований последних лет. Тот образ, который конструирует историческая память, важна для понимания формирования идентичности и формирования понимания, точнее, этапов развития этого образа. Говоря также об актуальности проекта, стоит привести пример первый этап Международной зимней исторической школы, который проходил в Болгарии в 2020 году, и который как раз-таки был посвящен тематике исторической памяти о Второй мировой войне. Меня, как участника этой школы, весьма сильно заинтересовала тема данного исследования, так что мы с моей коллегой решили, что данная проблема идеально впишется в модель уже второго этапа этой международной школы, раскрывающую повестку «Россия и мир». Этот проект мы подготовили вдвоем, но, однако, стоит сказать, что остальные участники Международной исторической школы, они помогали нам в поиске информации, вследствие чего мы дали некую объективную оценку трансформации образа Второй мировой войны. За время нашей работы нами была предоставлена информация о работе экспозиции национальных музеев в контекстах образа Второй мировой войны, а также о том, как в общеобразовательных учебниках некоторых стран описывается Вторая мировая война и ее итоги. По итогам нашей работы был собран источниковый и визуальный материал, была дана оценка роли трансформации образа войны и были обозначены дальнейшие пути нашей исследовательской работы. По окончанию этой международной зимней исторической школы планируется продолжение работы по более детальному изучению найденных нами источников и создание полноценного аналитического доклада с привлечением дополнительных авторов. Данный проект может быть связан с множеством уже существующих проектов, осуществляемых как Российским историческим обществом, так и другими научно-просветительскими организациями, как, например, выставочный проект «Между Россией и Сербией», приуроченный к Международному дню борьбы с фашизмом. По окончанию нашей исследовательской работы мы планируем опубликовать ее в ведущих журналах, и одним из итогов нашей исследовательской работы является возможность публикации на иностранных сайтах и медиастраницах с целью дальнейшей популяризации данного материала среди иностранного студенчества. Да, и с теми людьми, которые впоследствии будут вовлечены в нашу работу, мы планируем подать данный проект на грантовый конкурс Росмолодежи. У нас есть информация, что сейчас они активно занимаются именно научными работами. Так мы считаем, что данный проект весьма актуален именно в контексте формирования объективного образа о Второй мировой войне и роли его участников. На примерах именно национальных музеев и школьных учебников мы можем проследить политику стереотипизации и мистификации многих исторических фактов, которые как раз-таки являются важными для изучения Второй мировой войны. Создание подобных мифов, к сожалению, может привести к понижению исторической грамотности как среди студенчества, так и в целом среди населения, что является, к сожалению, на данном этапе одной из ключевых наших проблем. Спасибо за внимание. И в заключение я также хочу присоединиться к словам наших коллег, поблагодарить Российское историческое общество, прекрасный город Елабуга, который нас так радушно принял. И в целом хочу сказать спасибо, то, что такие проекты, такие научно-просветительские проекты воплощаются в жизнь, то, что есть возможность привлечения иностранных студентов к изучению таких же проблем, таких важных, актуальных проблем, как пандемия, изучение космоса и проблемы памяти исторической по отношению к таким войнам важным, как Вторая мировая и Великая Отечественная. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые коллеги. Спасибо вам, Руслан. Спасибо, Сара. Спасибо за то, что вы занялись этой очень важной темой. Она, знаете, вот в Боснии и Герцеговине особенно чувствуется ее актуальность, потому что, ну, конечно, замечательные люди, много у нас друзей, прекрасный город Сараево, Восточное Сараево, университет замечательный Восточного Сараево. Но
вот на Балканах, наверное, как нигде, чувствуются до сих пор вот отзвуки тех трагических событий, которые проходили в годы Второй мировой, и очень важно, чтобы как раз вот такие люди, как вы, не давали бы забыть те трагедии, которые произошли, и не давали бы им таким образом повториться. Спасибо. Поздравляем, уважаемые коллеги, поздравляем. Но, Елена Ефимовна, у нас есть еще один герой. Да, уважаемые участники форума, уважаемый Константин Ильич, с момента открытия и до самого финала в исторической школе каждый день с утра и до позднего вечера велась очень интересная продуктивная работа, и я хочу предоставить слово нашему коллеге, председателю Совета отделения Российского исторического общества в Казани, директору Института международных отношений Казанского федерального университета Рамилю Равиловичу Хайрутдинову. Рамиль Равилович. Спасибо огромное. Благодарю вас искренне. Дорогие друзья, вот завершается, собственно, большая и серьезная работа, но вместе с тем какое-то иное настроение. Я, наверное, буду не оригинальным, если скажу, что я чувствую это и в вас. Теплые чувства, благодарность всем коллегам, в первую очередь нашим студентам, которые все эти дни вот, откликнулись душой и сердцем. А самое главное, они совершенно искренне, вы заметили, несмотря на неделю плодотворной работы, улыбки на лицах. Вот молодость есть молодость. Это действительно и очарование весны наступающей, несмотря на то, что мы завершаем нашу зимнюю школу. И я сегодня слушал выступление Константина Ильича, формулировки «Историческая политика». И мне порывался я задать вопрос Константину Ильичу, а кто же является актором, ну, генератором этой исторической политики вот, в современной России? Кто же это? Это Российское историческое общество? Наверное, да. Это академическое сообщество? Наверное, да. Это вузы, университеты, институты? Конечно, все верно. Но самое главное, на мой взгляд, кто и генерирует, и наполняет историческую политику любой страны, будь то Россия, это наша молодежь, потому что именно ради нее все это и происходит. Очень важно, что вы все эти дни возвращались не только в прошлое, а думали о будущем. Я признателен искренне каждому из вас, и мне хотелось бы, как и всем нам, в первую очередь коллегам, которые запланировали этот большое серьезное исследование Российское историческое общество, Общественная палата Российской Федерации, система Академии наук и вузов страны. Мне хотелось бы, чтобы вы сумели сохранить взаимодействие, и на долгие годы мы могли помнить и знать, и всегда обращаться к вам за помощью и содействием, где бы вы в это время ни находились. Уже завершив обучение в России, но я думаю, вы сохраните и признательность, и память о этих годах, проведенных здесь, и самое главное, о тех вот вечерах и днях, которые мы проводили в совместной работе. Спасибо, дорогие друзья, и еще раз позвольте поблагодарить Константина Ильича вот за то, что такие проекты реализуются в стране, их много, мы всего лишь один, но это настолько оставляет след. Мне кажется, что теперь это уже стало частью нас самих. И работа Казанского отделения Республики Татарстан, она и будет заключаться в том, что на постоянной основе проводить вот эти молодежные, реализовывать молодежные проекты. Спасибо за уроки, спасибо за подсказки, спасибо за ту помощь, которую вы нам оказали. Это действительно важно. Не только для нас, но вы обратите внимание, и в Болгарах теперь, и в Елабуге ваши надежные друзья, а думаю, их будет все больше и больше с каждой страной, с каждой республикой, с каждой областью. Дело в том, что это и есть семья
Российского исторического общества. Благодарю вас. Спасибо вам большое, уважаемый Рамил Равилович. Почему так приятно иметь дело с Казанским университетом? Потому что здесь сами задают вопросы и сами на них отвечают. И при этом очень точно отвечают правильно и все очень хорошо делают всегда. Спасибо. Но, дорогие друзья, все хорошее, как говорят, когда-то заканчивается, но никогда не заканчивается дружба, никогда не заканчивается человеческое общение, и всегда должны продолжаться международные научные и общественные контакты. Мы будем все делать для того, чтобы они продолжались и развивались. Я думаю, мы все вместе. А на этом Международная зимняя историческая школа России и мир объявляется закрытой.